С помощью информации, предоставленной полицией голландского порта Роттердам, нелегальная партия оружия и взрывчатки была отслежена к отдаленному порту в России. Съемки, произведенные со спутника, показывают множество людей, занятых разгрузкой корабля и готовящих контейнеры для отправки по всему миру. Подразделение из 3 человек российской антитеррористической группы «Альфа» было направлено на это место для проведения расследования и для возможного захвата противника. Подкрепление уже в пути, но из-за удаленности места расположения порта оно прибудет на место еще не скоро. Применение оружия на поражение было разрешено в целях успешного проведения операции. Спутник-шпион будет отслеживать происходящее в зоне проведения операции в режиме реального времени. Для отслеживания контейнеров с оружием и взрывчаткой будет использована спутниковая информация. Как только спутник обнаружит подозрительный контейнер, группе «Альфа» будет поручено установить на этой потенциальной цели датчик, передающий сигнал в диапазоне ГСМ. Новая цель появится в тот момент, когда датчик успешно установлен на контейнере. Как только группа «Альфа» сумеет установить датчики на всех 9 контейнерах, ее бойцы должны будут выдвинуться к кораблю и занять оборонительные позиции до прибытия подкрепления.
Необходимо подкрепление. Thank you.
под сильным обстрелом.
наступательные позиции. Занять наступательные позиции.